обзор пляжа при отеле Serenity. Извиняюсь за сильный ветер, но вот как раз мимо прохожу и решила сделать такой его более детальный. Вот в период пандемии очень-очень мало народу здесь. Именно в период пандемии. Сейчас у нас 14 апреля 2021 год. Вот показываю. Ценник недаром у него стоит. То есть, если вы хотите побыть совсем одни, то это сюда. Пока. Потом, конечно, картина может поменяться. Вот смотрите, делаю обзор пляжа, чтобы вы видели. Вот с одной стороны песочек. Но вот видите, заход в воду абсолютно нереальный. Видите, во-первых, мелко вот здесь, пусть даже метров до 200 или 100 метров. Но здесь кораллы, то есть здесь вот так не пройтись. Это опасно. Вот небольшой поклон, пирс. Да, он сейчас закрыт, потому что сильный ветер. Но там есть кораллы, конечно, вот с пирса можно, там вон кто-то даже плавает. Так, и вот, пожалуйста, с другой стороны пирса. Чтобы вы четко понимали, какой вот пляж при отеле Serenity. Вот, и вот такой вот пирс, на котором можно спускаться и плавать. Отель Serenity в Макаде. С одной стороны, видите, вроде бы песок, но вот в море все вот такое, вот 100 метров. То есть с детками здесь все-таки неудобно. Обзор пляжа и моря при отеле Serenity в Макаде. Апрель 2021 год. Период пандемии. Как раз Турция закрыла свои границы для россиян. Говорю для памяти, мало ли, потом кто-то будет просматривать это видео, чтобы было понятно, почему народу практически никого именно в этом отеле. Большой пирс.